Доброго здоровья, уважаемые посетители канала. Позвольте мне поздравить вас с Днем Победы. С круглой датой 75 лет победы русского народа над фашистской Германией. Я читал ваши отзывы, доброжелательные отзывы, то есть в этот светлый день 9 мая. Настоящие друзья, настоящие единомышленники поздравляют. Вся эта шелуха отсеялась. Заходят те люди, которым действительно интересно на канале. Вот такое поздравление я сделал. Перед этим я сделал, попытался сделать стрим. Вроде как получилось. До сих пор я так не могу понять, как правильно заходить. Тычусь там. С третьей, четвертой попытки попадаю. И покажу вам точку, массируя которую, ну, примерно раза три в день по одной минутке. Как утверждают создатели этой системы, работы с акупунктурными точками, это позволяет не чихать, если вы чихаете, и даже если это все регулярно делать, то это будет здорово помогать и при простудах. А в некоторых случаях даже ее и предотвращать. Точка эта расположена, как бы вам тут показать, расположена, вот она пошла, значит, пошел меридиан отсюда, и она расположена где-то вот здесь вот. То есть вот, вот здесь такая небольшая выемочка, и вы начинаете ее массажировать. Надавливание, да, довольно-таки сильненько. Здесь есть косточка, и вот как раз за косточкой здесь такое углубление. И вот где-то это как раз вот вы поймете, что попали в эту косточку, вернее, в эту точку, то, что начинается такое болевые ощущения такие, знаете, вот. Не делайте себе слишком больно, но тем не менее, вот эти вот ощущения поддерживайте, так вот, довольно-таки ощутимо надавливая. Проработали одну точечку. Теперь смотрите, пошли. И вот здесь вот расположена симметрично вторая точка. И вы ее, естественно, тоже нашли. Болевой ответ такой, знаете, неприятная боль, она не сильная, но такая неприятная, знаете, говорит о том, что вы попали. И вы начинаете массаж прорабатывать по минутке, три раза в день. И наблюдайте за собой, насколько это вам будет помогать. Ну вот смотрите, я вот поделал, и я почувствовал вот какую-то некую связь, можно сказать, с ноздрями. То есть вот что-то стало, как бы сказать, то ли получше дышать, то ли ноздри расширились там внутри. Знаете, какая-то действительно реакция пошла. Это очень интересная вещь. Изучаем свой собственный организм, его устройство, с одной стороны, вроде бы простое, так, если просто взять. Существует тонкоматериальная часть, существует физиология телесная. Но по отдельности каждое, будем говорить, физическое тело устроено довольно-таки интересно, по-своему сложно. Но все это можно понять. Далее вот идут интересные такие акупунктурные точки, которые находятся на акупунктурных меридианах, или просто так, на меридианах акупунктура. Может, я неправильно сказал, вы уж меня извините. То есть для того, чтобы, как бы сказать, наши органы, самое интересное, органы работали, должна подаваться энергия. Причем вот мы все говорим о том, что есть ферменты. Допустим, чтобы
в том или ином органе началась работа, должны стать активные ферменты. Ферменты мы представляем в виде таких, знаете, активных комплексов, которые должны вот так вот, допустим, что-то там расщеплять, что-то там присоединять. То есть они должны работать. Но в любом случае, для того, чтобы они щелкнули, к ним надо подать энергию. Энергия, как правило, оказывается, мы с вами работаем на электронах, содержащих повышенную энергию. То есть электрончик с повышенной энергией раз, отдал энергию, и фермент щелкнул, субстрат там, допустим, расщепился. Так вот, наш организм, он не работает все сразу, особенно все органы там сразу. Это важно понимать. И это важно уважать. А для того, чтобы он, вернее, устроено все так, что работает по кругу. Примерно там через каждые 2 часа меняется активность тех или иных органов. А для того, чтобы все это поменялось, туда надо подать энергию в виде свободных электронов. Так вот, вот эта акупунктурная система у нас и существует для того, чтобы там находилась энергия. Энергия в виде вот этих свободных электронов. Древние ее изучили, особенно китайские там мастера, целители установили, что есть 12 главных меридианов, есть 8 чудесных сосудов, в которых запасается энергия и с которых она потом берется. И в зависимости от вот этого космического ритма у нас включается та или иная функция. И становится активным тот или иной акупунктурный канал, по которому начинает течь энергия в виде свободных электронов. И вот эти свободные электроны сразу начинают попадать вот на эти все различные ферменты и делать их, ну, более активным, нежели есть они на самом деле. И как бы сказать, происходит включение органа. Орган включился, началась его работа. Так, если взять, вот у нас, когда там происходит включение, примерно с 5 до 7 работает это толстый кишечник. С 7 до 9 у нас там работает, может, я там ошибаюсь, с 7 до 9 у нас работает желудок. Дальше, значит, поднимается вверх энергия, то есть, как бы сказать, она подготавливает и систему пищеварения. Значит, вот с 7 до 9 лучше всего завтракать, потому что активен желудок. Далее у нас там другие несколько органы активны. И потом тонкий кишечник активен как раз, когда идет вот это усиленное переваривание пищи. Он активен в полдень. Примерно где-то там, наверное, с часа до 3, где-то так вот. То есть это время приема вот основного пищи. Время приема основного объема пищи. Далее уже у нас, как бы сказать, энергия уже поступает в другие там органы там расщепления, выделения и так далее, так далее, так далее. И вот с учетом уже этого вечером у нас нету никакой активности энергетической в пищеварительных органах, а мы, допустим, кушаем. И, естественно, пища переваривается не так, как бы хотелось, и в результате начинаются потихонечку маленькие проблемки нарастать, а потом они уже проявляются каким-то отклонением, допустим, там начинается ожирение, набор веса, вялость, начинается там еще что-то и так далее. Это кратко так по акупунктурной системе. Вообще, если так вот чисто теоретически взять, наш организм представляет своего рода кристалл, в котором 4 вершины, 4 углубления. То есть вот как раз это вот в этих углублениях как бы накапливается энергия. 12 граней, то есть вот как раз по этим граням течет энергия, то есть это своеобразный вот этот у нас акупунктурный канал. И плюс все это состоит из
из 5 первоэлементов, 5 первоэлементов, это когда мы с вами сделаем такую трехгранную пирамидку. Вот одна в центре, и как раз 4 стороны, и на эти 4 стороны, значит, откладывается еще по пирамидке, и вот получается такая интересная, как бы сказать, конструкция, силовая установка, которая лежит в основе нашей, нашего организма. И практически эта вещь лежит в основе любого живого существа. Очень интересно, потому что жизнь начала проявляться не просто там, как-то раз, вот как они говорят, ДНК там и прочее, прочее, спирали, мирали. Она начала проявляться, вот интересно, древние говорили, она начала проявляться с минерального царства. А в минеральном царстве там кругом геометрия. Это очень интересно понимать. Далее с минерального царства образовалось растительное царство. И, кстати, если посмотреть на цветки, на лепестки, на устройство там стебля, там тоже лежит геометрия, которая нам досталась от кристалла. И далее уже за растительным царством лежит животное царство, и потом уже, так сказать, на животном царстве базируется наше. Вот, и акупунктура как раз она уходит корнями аж вот в то минеральное царство, где вот эти вот грани, где углы, где геометрия, где вот потоки энергии циркулирующие, значит, строят определенные фигуры. И вот, в частности, они построили и фигуру, нашу фигуру, объемное тело. Вот я как раз отвечал на вопрос, что вы можете сказать по оку возрождения. У нас, смотрите, все как бы симметрично. У нас идут, интересно, два вихря, которые вращаются. И вот эти вихри, они выстраивают на объем нашего тела. Ну, дальше там не будем говорить. По крайней мере, внешне видно. Построение вот головы, построение того же этого самого скелета нашего, а особенно грудной клетки. И в грудной клетке, я вам говорил, 12 граней. Сколько в грудной клетке ребер? Правильно, 12 пар ребер. Видите, как все интересно согласовано. Вот, так что массажируйте вот эту вот точечку, которую я вам показал. И она вам, вернее, работа эта целенаправленная, будет помогать не чихать в наше сложное время. И более-менее это будет такая интересная профилактика от простудных заболеваний. Попробуйте. Ну, что сказать. Еще разок я поздравляю вас с 75-летием Победы. Желаю добра, счастья и, конечно, доброго здоровья. Oh!